помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молим Тебя, слышу и помилуй. Господине, Отце нашим, святейшим патриархе, Кирилле, Ио Господине, высокопреосвященнейшем митрополите Германе, Ио Господине нашим, преосвященнейшем епископе Елисее, и все во Христе, братья наши. Молимся, Бога, храни и страни наши, властях и воинстве я, да тихое и безмолвное житие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за всю братью и за вся православные христиане. Господи, Ты, Сам Бог, и Христом, Бог, я, Бог, и в мире.
Пастырь добрый, и знаю я, и знаю.
Преосвященнейшим, митрополите Германе, Тео Господине нашим, Преосвященнейшим епископе Елисее, Тео все во Христе, братья наши. Еще молимся о Богохранении страны нашей власти и воинствия, до тихо безмолвжития поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся о милых, о блаженных и преснопамятных создателях святого храма сего и о всех перепочивших отцах и братьев, лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабу Божию, братьям прихожим святого храма сего. Архиепископа Антиохийского, святителя Милетия, архиепископа Харьковского,
преподобной Марии, именовавшейся Марином и отца ей Евгения, святителя Антония, патриарха Константинопольского, преподобной Гамилете, Ипсинейского, священного ученика Николая, и же верхним Гнутове, преподобной Арсении, Гуменеус Медведицкие, святых и праведных Бога Отец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас всех во благ, и человеку любит. Облачение, ведь потом достаточно.